Посевная в Чувашии набирает обороты. Сев яровых зерновых культур идет в 16 районах. Минсельхоз Республики напоминает аграриям о необходимости страхования посевов, чтобы минимизировать риски от потерь. Тем более, что в последние годы сельхозпроизводителей республики довольно часто подводила погода. То сильная засуха, то наоборот переувлажнение почвы. Сейчас, к примеру, во многих хозяйствах отмечаются потери озимых культур. В конце прошлого года в законодательстве, касающемся агрострахования, произошли изменения. Расширили перечень рисков, теперь их более 20, и упростили подачу документов. Предприятие самостоятельно определяет вероятные риски. От этого зависит сумма выплат в случае гибели урожая. Кроме того, сельскохозяйственные и производственные кооперативы за страховавшие посевы могут рассчитывать на господдержку. Господдержка в этом году ориентирована на то, что предприятия, осуществляющие страхование своих рисков, в первоочередном порядке получают несвязанную поддержку. В случае, если происходит ЧС-ситуация, и предприятие имеет право получить возмещение с федерального бюджета своих перенесенных затрат, возмещение произойдет в 100% объеме.